первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина в рамках реализации проекта «Единой России. Культура малой родины» посетила детскую школу искусств «Классика» в Одинцове. Парламентарий поздравила директора учреждения Татьяну Ферафонтову с 60-летием и вручила ей нагрудный знак Московской областной думы за труды. Лариса Лазутина отметила, что «Классика» сохраняет традиции уникального образования и воспитания, заложенные выдающимися русскими педагогами.